Сочинский государственный университет в очередной раз стал площадкой для мероприятия федерального уровня. На этот раз ВУЗ принял семинар-совещание, организованное Министерством образования и науки России. В зале около 200 участников. Они представляют 93 организации высшего и дополнительного профессионального образования со всей страны. Мы постарались обеспечить такое результативное участие и комфортные условия пребывания здесь. Сочинский государственный университет готов обсудить вопросы сотрудничества с представителями других организаций. Сейчас это очень важно в рамках сетевых объединений. Тема семинара – повышение качества финансового менеджмента учреждения как инструмента для повышения эффективности деятельности учебных заведений. Вопрос крайне важный в условиях меняющегося законодательства, отметил на открытии пленарного заседания заместитель министра образования страны Александр Павалко. У нас в этом году завершен переход на нормативно-подушевое финансирование в системе. Это означает, что деньги следуют за учеником. И достаточно большая самостоятельность, автономность предоставлена учебным заведениям в плане как раз принятия финансовых решений. Вот здесь вот людям необходим, конечно, новый инструмент. Таким инструментом стал в том числе план финансово-хозяйственной деятельности, который у нас внедряется. В Сочи прошел 4-й по счету семинар по повышению качества финансового менеджмента. Предыдущий принимал Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и Туапсе. До конца года Министерство образования и науки страны планирует организовать еще 2 подобных совещания в Москве и Красноярске. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.